заходи на Анвап. Смотри фильмы онлайн или качай на телефон или планшет бесплатно. Выплаты выигрышей за 5 минут и 880 рублей за регистрацию в подарок. Орка 88. Пиратское казино номер один. Среди всех чудес света считаю, что море стоит особняком. Само море. Или же все-таки юность? Я получил от жизни многое, но при этом помню, я только этот момент на этом берегу. Вспышку света на этом странном берегу. Я был молод, и у меня ничего не было. Я был в море, от которого я получал только чувствительные удары. Море дало мне возможность почувствовать мою силу, и только. Юность. Твою мать! Хватит! Два квадрата, красный и синий. И две звезды. Чей это флаг? Не знаю. Старик, это флаг Панамы. Давай подойдем поближе. И ты такой: о, капитан, мой капитан. Мы молоды, обучены и энергичны. Что это за навозная куча? Это даже не грузовой корабль, Зико. Дай мне посмотреть. Победа или смерть, мужик? Иудея, победа или смерть? Давай, поднимайся. Ну же, это не круто. Здравствуйте, мы хотим увидеть капитана. Капитана Пайе? Да, точно. Зачем? Он ждет нас. Да? Он ждет вас? Да. Вы дружите? Давно знакомы? Да. Сюда, морячки. Он чокнутый. Фармин, вытащишь ее, работать не будет. Она малюсенькая. Я обнаружил их на задней палубе. Подожди, нам нужны маленькие пассатижи. Видишь? Сейчас починим. Парни, чего вам? Мы хотим отправиться с вами в плавание. Но мы сначала хотели узнать о вас побольше. Нам нужны люди? Нам никто не нужен. Хорошо, в смысле плохо. Ну и ладно, погоди. Послушайте, мы бывали на разных кораблях. На турецких, на русских, на китайских, даже на польских. И везде говорят одно и то же. Нам никто не нужен, у вас нет опыта. Мы хотим работать, но никому не нужны. И что с того? Почему вы должны быть нам нужны? Честно говоря, я ко всему готов. Клянусь, так и есть. Поеду в Гонконг, Бразилию, Индию. Туда, где деньги. Послушался бы родителей, был бы пограничником. Весело.
О, вот он, мой кореш и я. Мы скоро отплываем. Да, Йо-Йо? Ага, отплываем в Африку. Жара, Эбола, Бока-Харам. Шикарная будет поездка. Да нам даже не заплатят. В смысле? Старик, ты мечтатель. Хотел быть космонавтом, а теперь хочешь стать героем острова Сокровищ? Ты ведь даже не капитан корабля. Завтра в 7 у заправки. Конечно, завтра в 7 у заправки. Когда вернешься? Не знаю, думаю, через месяц. Будешь здесь? Сегодня 07-63-12-25-48. Йо-йо, сука, жду тебя уже 45 минут. Возьми, наконец, трубку. Какого хера? Знаешь, буровые вышки? Здоровые такие. Старики в баре рассказали мне дикую историю. Едешь работать на вышку на 3 месяца, работаешь там как проклятый. Я вас спрашиваю, какого хрена люди катают во всяких сомнительных лохотронах? Когда большое бабло можно срубить только в нашем казино? Орка 88, рядовая клубничка! Отвечай! Просто не все еще знают о нас, госпожа. Так пойдите и расскажите, и дадим всем, наконец, бабла. Будет исполнено, ваше величество. Thank you.
Чудесные выигрыши, скоростные выплаты, тонны бабла. Orca88.com. Пиратское казино номер один. Да, это не пикник, но домой возвращаешься с полными карманами. На вышках нет ни тёлок, ни бара. Не на что деньги тратить. Ты меня слушаешь? Я с тобой разговариваю. Ты понимаешь, что я тебе говорю? В жопу эту хрень. Он нам надоест. Будет задавать вопросы, будет есть с нами. Открой шизе. Они там ссут, что ли? Как у нас дела? Где мы сейчас? Куда путь держим? Жозе, давай ускоримся. Еле тащимся. В сторону. Слышишь? Песня. Не скупись на мотор, а не то впадешь в торпор. Это зачем? Мэйдэй, мэйдэй! Дебил, иди лысого погоняй лучше. Ты даже на кнопку не нажал. Вали отсюда. Ладно, ладно. Капитан, могу я еще чем-нибудь вам помочь? Не считай готовки и мытья полов. Я быстро учусь. Я мог бы стать лейтенантом. Я рад, что ты остался. Тебе грустно, Зика. Я понимаю. С отплытием всегда так. Мне никто не нужен. Извини. Зик, матрац у тебя средненький. Вот так-то лучше. О, как в Италии? Что тебе нужно? Прекрати дуться, как дурачок, Зика. Здесь, на корабле, лучше дружить со всеми. Море громадно, знаешь об этом? И рыбы не разговаривают. Как страшно. Эй, я тебе не враг. Я не о своем здоровье пекусь. Остерегайся тощего парня. Полегче с ним. Мой тебе совет. Корабль кишит крысами. Нихера себе. Где ты этому научился? Клянусь, я нашпигую эту крысу дырками. Ее и всю ее семью. Нравится? Да. Меня этому научил парень с Аляски. С Аляски? Да, с Аляски. Можно взглянуть?
Ты был на Аляске? Да, мы были в тех краях. 10 лет назад, с капитаном. Хорошая должна была быть поездка, но... Но возникли кое-какие проблемы. Но все это в прошлом. Мы выжили. Морской кодекс. Прочитай его, а потом прочитай его снова. Все в нем. Это четкие и здравые правила. Держи. Пока еще ты не лейтенант и не старпом. Ты моряк. Обычно я беру на борт одних филиппинцев. Ты меня слушаешь? Знай свое место и выполняй свои обязанности. Да, но, капитан, я... Никаких я. Я всегда прав, потому что я здесь главный. Зика, нас ждет такая вкусняха. Это не золото. Это подделка. Мактар, хватит! Что тут у нас? Все нормально. Шизик. Это был мой матрац. А ты его скапал. И все это за странного матраца? Спроси Мактара, это его рук дело. У тебя детская кожа. Твою ж мать, ты от меня никогда не отстанешь. Знаешь такую страну, как Ангола? Конечно, знаю. Есть у тебя там какие-то связи? Есть, но не лучшие. Я слышал о транспортных автомобилях. Но понимаешь, импорт-экспорт. О чем ты? В Африке война, там нас ждут одни только неприятности. Не суй туда свой нос. Нет. На кой черт тебя так тянет вляпаться в это говно? А ты как думаешь? Бизнес. Деньги. Деньги. Только о них от тебя и слышу. Хочешь загореть? Хочешь трахать шлюх круглые сутки? И попивать пунш под кокосовой пальмой? Супер. А что потом? Дело ведь не только в бабках, да? А чего тогда ты хочешь? Совершить что-то большее. Что-то большее? В Африке? С машинами? Нет. Большее в этом мире лишь любовь. Дебил или как? Я говорю о бизнесе. Ты посмотри на всех контрабандистов. Драгоценности, золото, оружие. Как ты бреешься? Эх, Мактар, отстань, ну правда. Набьешь ты себе шишек в самое ближайшее время, Зика. Что? Набьешь себе шишек.
Да, будут шишки. Волны. А, волны. Не понял тебя. Слушай, ты точно не умеешь группироваться во время шторма? Откуда тебе хоть что-то знаешь. Продолжай. Можешь меня сфотографировать? Да, если хочешь. Могу нас обоих сфоткать. Секундочку. Вау. Разве мы не хороши, Зико? Ну ты и шутник. Сыграем в снап. Во что? Снап. Не знаешь такой игры? Убери карты. Капитан, вы в порядке? Надвигается шторм. Смешно, да? А что? Я ж не виноват. Кто тебе рассказал обо мне? Мне рассказали о вас в кабинете начальника порта. Ваше имя всплыло в разговоре. Ты ходил к начальнику порта? Да, конечно. Высокий, широкоплечий мужик с суровым взглядом? Да, точно, все так. Патрик Пелиссье. Ну да. Патрик Пелиссье. Спасибо. Большой Патрик. Эй!
Значит, ты в жопе, старик. Стоять можешь? Да. Спокойной ночи. Мы все через это прошли. Думаешь, что вот-вот умрешь, но все уже гончилась. Капитан, хочешь порулить? Нет, а мы не можем ненадолго остановиться. Это же ненормально. Ненормально? Ну, насмешил. Вот дерьмо. Капитан, все в порядке? Да. Сраная посудина. Черт. Сходи, посмотри, что там внизу, в машинном отделении. Алло, это Зико. Ответьте мне, здесь вода повсюду. Насос. Третий щиток слева. Не работает, ничего не работает. Успокойся, пошлю к тебе Жозе. Что это? Жозе! Блять! Ни один из насосов не работает! Сраный жадный владелец! Плохо! На помощь! На помощь! Заткнись, справимся по старинке! Зико, все нормально. Иди отдохни.
Какого хера? Иду. Нас прилично отнесло в сторону. Мы рядом с берегом. Каким берегом?
Португалия. Мы пришли. Мы хотим наши деньги. Мы добрались до Луанды. Нет? Ну? Отлично. Знаете, как я поступлю, когда сойду на берег? Не знаю. Может, мамочке позвонишь? Расскажу копам, как вы сбросили Мактара за борт. Я тебе лицо расквашу. Вперед! Думаешь, ты у нас такой умный? Ты знаешь, кем был Мактар? Знаешь, как он здесь оказался? Да кому есть до него дело? На наши могилы не приносят цветы. О ком ты говоришь? О Мактаре? Не знаю никакого Мактара. Жозе, знаешь некого Мактара? Нет. И я никаких Мактаров не знаю. Ублюдки. Подожди-ка, кажется, вспомнил. Анирдели подрался с Мактаром в грузовом отсеке. Дело запахло жареным. Разве не так, Жозе? Так, именно так. Придется тебе объясняться с копами. Ну же, не молчи. Надеюсь, вы сдохнете на этом странном корабле. С дороги. Подожди. Так ты хочешь стать лейтенантом? Отвалите от меня. А мне он нужен. Я хотел бы, чтобы им был ты. Брехня. Да отпустите же. Мне нужен такой, как ты, боец. Зика, у тебя это в крови. Я это вижу, как и у меня. У тебя сверкают глаза, значит, ты не сдаешься. Не парься, копом я не пойду. Оставьте меня в покое. Один маленький шторм, и ты уже поджал хвост?
Какой же я глупый. Ведь ты посмотрел смерти в глаза. Думаешь, мне приятно? Не хочешь продолжать борьбу? Я плыву под флагом Панамы. Если я скажу, что ты лейтенант, ты будешь им. Никто не проверит. Иудея здесь не останется. Транспортное судно стоит кучу бабла. Мы починим каркас и отправимся к Луанде. Подумай еще раз. Это был несчастный случай. Забудь о нем. Французский моряк? Я приплыл на своем корабле. Красивый корабль, вот такой. Красивый корабль. Мы попали в шторм. Страшный был шторм. Tempête grosse, énorme tempête. Да, я. Я жив, потому что не испугался. Победа или смерть? Эй, смотри. Покушайте французы. Pay what? For visiting my boat. Nice boat. No boat. Cameron, come see my boat. I have to. Give me something for food, for fuel, please. I have just to. Hey, I can sing a song. No. Oh my love, my love. Que vida es tua. Oh, my God.
шевелишься. Я? Неплохо. Ты спрашивал парня, достал ли он батарейку для моего радио? Забыл. Вот. Как думаешь, сможешь в следующий раз достать батарейки? Прекрати шевелиться. Эй, это не цирк. Читал книги по навигации. Лейтенант, я с тобой разговариваю. Если я уйду с курса, ты сможешь вернуться на него. Следовать ему и привести нас к точке назначения. Дайте мне корабль, что плывет, и я отвезу вас куда угодно. Оставьте меня в покое, клоуны. Зико! Ну же, Зико, вставай, давай! Что? Мне наплевать, отвалите от меня! Встать, лейтенант! Подшумать, дайте отдохнуть, я сплю, я умер! Лейтенант, встать! Ола! Вот и ты! Ну, наконец-то! Смотри! Подойди поближе! Видишь этих парней? У них депозит под 30%. Вот договор. Подписанный новым владельцем корабля. Громкость. Стоп. Отличная работа. Чудесно. Оденься, пока не замерз. Спасибо. Как там с зарплатой дела? Не хотят платить. Даже предлагали нанять болгарского капитана. Ты только себе представь это. В Болгарии моря-то нет. Сколько времени плыть до Санта-Круза? 1830 часов, ровно. Движемся на 200 градусов с отклонением плюс-минус 3 градуса. Я бы сказал плюс-минус 4 градуса, но я видел прогнозы погоды, так что все нормально. Впервые
в жизни я пересекал экватор с ПП. С Патриком Пелюсье. Я был на твоем месте. Тогда я толком ни хрена не знал. Я был крепким парнем. Вы с ним разговаривали? Да, немного. Но очень недолго. Пепе. Я звал его Пепе, но старым хреном его не считал. Он Паша, босс. Познакомились мы более 30 лет назад. Пальма-Верде. Мы с ним в последний раз виделись. Дело было 15 лет назад. Вот так дружба. Некоторые попадающиеся тебе люди навсегда меняют твою жизнь. É pá, fica comigo, faz-me companhia, pá. Капитан. Капитан. Что вы здесь делаете? Мы хотим поговорить с капитаном. Зачем он вам? Он знает Анголу? Конечно, знает. Ну вот. Думаешь, он может нас познакомить с людьми? Для бизнеса? Я спрошу его, но не беспокойте его из-за этого. Что еще? Как ты собираешься возвращаться во Францию, Зико? Во Францию? Не уверен, что вернусь. У нас будут новые задания. Если ты будешь, в смысле, если мы будем тебе нужны, мы с другом были бы рады поучаствовать. Хорошо, я это обдумаю. Скажешь капитану? Капитан? Скажу. Подождите, чувствуете этот запах? Да, неважно, идите спать, завтра много работы.
неподалеку от Кабо-Верде. Остановимся, мы пропали. А продолжим плыть, умрем. Можем вернуться в Санта-Крус, потребуется 5 часов. Но нам и гроша не дадут, чтобы выбраться оттуда. Кто тебя вообще спрашивает? Мы горим, понимаешь? Капитан, погода хорошая, мы должны протянуть. Дело ведь не в погоде. Мы ведь не будем поворачивать назад. Чего ты ждешь? Вперед! По-моему, это неправильно. Ах, по-твоему? Мы лажаем уже 15 лет, Жозе. Нужно потушить пожар, вот и все. Куда собрался? Педро? Да. Лей туда. Лей вон туда, посмотри же, там очаг. Какой очаг? Я ничего не вижу. А, ну правильно. Дай ему разгореться. А потом сможешь сказать, ну я же говорил. Эй, следи за базаром, смени тон. Маленький говнюк, кем ты себя возомнил? Ты пустое место. Не только не лейтенант, ты даже не моряк. Так что закрой свою пасть, понял? А иначе что? Выбросишь меня в открытое море? Ну, придержи коней, сэкономишь себе время. Посмотри на меня, внимательно посмотри. Вот в кого ты превратишься, друг мой. Сейчас увидите, на что я способен. Зико! 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 Да, все нормально. Молодец, лейтенант. Отлично сработал. Помогите мне, парни. Шикарно! 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 Чего кричишь-то? Счастлив! Почему огня больше нет? Что ты там сделал? Парни, отплываем через 10 минут. Давай, прыгай. Ну же. Нет, это не для меня. Твою мать.
Охренеть. Давай. Там акула. Акула. Самовозгорание? Позовите меня. И все. Шикарно. Не смейтесь над ним. Мы тебя сегодня уже видели в деле. Внизу ты таким смелым не был. Вы видели? Там была акула. Не видели? Там акула. Хочешь сказать, что не умеешь плавать? Мы ведь победили, да? Я вас спрашиваю, какого хрена люди катают во всяких сомнительных лохотронах? Когда большое бабло можно срубить только в нашем казино, Орка 88, рядовая клубничка! Отвечай! Просто не все еще знают о нас, госпожа. Так пойдите и расскажите, и дадим всем, наконец, бабла! Будет исполнено, Ваше Величество! Честные выигрыши, скоростные выплаты, тонны бабла. Орка88.ком. Пиратское казино номер один. Лейтенант! Где мачта? Куда теперь повесить флаг? Без него запрещают выходить в море. Что люди подумают? Капитан без флага. И не капитан вовсе. После крушения нашего корабля «Иудеи»... Подожди, не было никакого крушения. Весь наш груз... Что за чушь?
Пожалуйста, отыщите приложенные, являющиеся компенсацией. Этот факс посылали не нам. Мы не затонули, нет. Это была их ошибка. У них столько капитанов, даже болгары есть. Собирайся, скажи парням. Мы уходим. Но что? Все кончено. Разве ты этого не видишь? С нами покончено. Нас нет. Нет корабля, нет капитана, нет груза, ничего нет. Мы позовем на помощь и... Двигаемся по маршруту, лейтенант. Держим путь на юг. Я хороший моряк. Хороший старпом. Я всегда оставался верен. Я послушен. Не понимаю, мы перевозили какие-то крохи. Нам сказали, что мы потерпели крушение, и мы должны их за это благодарить? Мы даже можем умереть, это не беда. Все равно они не будут виноваты. Я просто хочу заниматься своей работой. Мы снова упали. Каждый раз подниматься все сложнее. Смотри, что мы нашли. Педро. Парни, нам пора. Быстрее. Вашу мать, нам пора. Что это? Педро. Последняя трапеза на борту. Мы весь день не ели. Не пропадать же добру. Капитан. Знаешь, Дика, он не спал уже несколько дней. Так что в шлюпке. В шлюпке? Будем тут зависать. На шлюпку не попадем. Вы куда? Подождите.
Получай, сука. Капитан. 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 Нам пора. Все пошло прахом. Нам пора. Я был жив, понимаешь? Но длилось это недолго. И так это состояние и не вернулось. Нам пора, капитан, правда? Знаешь... Чего бы я хотел? Знаешь, что осчастливило бы меня? Минута, когда чувствуешь свою силу. Минута славы. Фермин, нам пора. Больше ничего нет. Отвратительно. Вот. Ты чего, Зико? Я уплываю. Ты сошел с ума. Они будут здесь с минуты на минуту. Зико, ты чего? Лейтенант, ты это серьезно? Здесь нет лейтенанта. Я капитан. Ясно, Жозе? Капитан. Выплаты выигрышей за 5 минут и 880 рублей за регистрацию в подарок. Орка 88. Пиратское казино номер один. Как греб 16 часов без передышки. Губы сухие, как уголь. Руки ноют, а в ушах слышится резкий голос, повторяющий первоначальный приказ. До того момента я не знал, что я хороший моряк. Руки срослись с веслами в единое целое. В глазах только синее море. Вдруг порыв ветра принес запахи цветущих растений, мокрых камней и сандала. А вокруг тихая ночь. Первое дуновение Африки, коснувшееся моего лица. Никогда его не забуду. Прошли годы. Лицо пронизано морщинами. И я
смотрю прямо перед собой. Не закрывая глаза, смотрю с тревогой, словно ищу что-то не из этого мира. Что-то ожидаемое, но уже ушедшее. Ушедшее вместе с дуновением, со вспышкой. Вместе с юностью. Вместе с силами. Вместе с романтикой иллюзий. Thank you.